Здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте, Дарья. До 6-го, это наш первочки. Они хотели бы, как бы, с вами, немножечко, чтобы им рассказали пару слов. Так они сейчас где находятся? Алло. Где они находятся сейчас? Сейчас я перезвоню вам, Дарья, сейчас я перезвоню. Алло, Дарья. Да. Где они находятся сейчас? Вот возле меня стоят, сидят. А у них вайбера нет своего личного? Нет, есть. Ну просто давайте на завтра договоримся. Я ж так не могу спонтанно, у меня график есть определенный. Почему вы заранее мне не написали? Ну они приехали по документам, чтобы Но я сейчас не могу, это занимает определенное количество времени. Давайте завтра вот этот вайбер дайте им, и пусть они мне напишут завтра в 10 утра по Нью-Йорку. Это у вас будет вечер, там 4-5 вечера. Хорошо. И будем заниматься. Вы должны быть с хорошей связью, вы должны взять ручку, бумажку, записную книжку, чтобы пометки, которые я дам, рекомендации... Вы все восприняли. Это 80% успеха, вот завтрашнее занятие. Как вы покажете себя консулу, это 80% успеха. Поэтому отнеситесь завтра очень внимательно к тому, что я буду говорить. Хорошо. Все, да-да, до завтра. Прям пишите, мы от Дарьи с Ивано-Франковска, я сразу с вами начинаю разговаривать. Хорошо. Ну все, давайте, до свидания.